Марсело Сильва. Уругваец. Ну и была латиноамериканская пара центральных защитников. Латиноамериканская она и остается. Ди Мария. Ну, защитников. Латиноамериканская она и остается. Ди Мария. Ну, это блеск. Шикарный мяч Ди Марии. Ну, такой мяч ни один из Стебан в мире бы не выдержал. И вот этот удар становится результативным. Ну, это в стиле Бейла. Это результативно. Ну, это в стиле Бейла, да, вот в моменте, когда Эстебан вытащил, тогда в ближний угол пробил Бейл, а здесь, оказывается, надо было бить в дальний, как это сделал Ди Мария. И уж сейчас, если учитывать вот эти три очка в этой встрече, и 79 у Атлетико, Бейл прошил. Все-таки прошел СТ. 9 очков у Реала. Прямо сейчас, если учитывать вот эти 3 очка в этой встрече. И 79 у Атлетико. Бейл прошил. Все-таки вот эти 3 очка в этой встрече. И 79 у Атлетико. Бейл прошил. Все-таки прошел Эстебана. И этот гол Бейл сделал вместе с Бензема. Карим сделал голевую передачу. А брату скидка. Бензема партнер. Ну, когда мяч под левой ногой было, вот, тем более в такой ситуации, все тушите свет. Свет. Здесь хорошая стенка Бензема и Ди Марии. Ну и аккуратно делом. Мяч, скорее всего, окажется в ворот. Сильта сыграла с Реал Сосьедадом в результате ничью 2-2. Играла с Реал Сосьедадом в результате ничью 2-2. Опа, и Иско забивает третий мяч. Примере. А Бензема еще одну голевую передачу сделал. Здесь здорово Иско разобрался. Далековато Нельсон. И не успевает мяч блокировать. Между ног португальцы Иско. Насчет щелочек Менди. Марата! И побежал назад. Илья Раменди. Марата! Илья Раменди. Марата! 4-0. 4-0. Илья Раменди. Скорее офсайд, чем мне. Прокатился по плечу